что Саня сегодня не играл. Одного раза уже 200 хп. Но ему отхиливаться еще времени фиг знает сколько. Даже у двоих. Они не отхилены, так что это без разницы. Ага, турельки у него стоят. Какие? Тековские пока что идея. Кто-то тековские, это опять есть. Кто там бегает рядышком? Поехавший чувак просто. Я здесь. Вот напиши человеку, что ради пойдем сразу попытаться. Что за люди такие, а, Миша? Что за... Я дичь давал играть, я его только что выгнал. Ну, дал бы дичь, а пора иди. Я рядом расположить. Стожим, блин. Ага. Так, короче, я активирую барьер. Так, вы там сейчас подготавливайтесь пока к телепорту, потому что я после того, как активирую барьер, поставлю телепорт, надо будет сразу. Ну да, я вот был тут телепорт уже. У меня сейчас с собой я готов. Все, что нужно. Так, я тут потеряюсь. Вещи не забудь выложить с этим, с дропом. Они уже в Виверне. Какой? В огненный. Яйцо. Птера. Так, ты меня видишь вообще? Так, нам тэпаться к тебе? Да погодите, говорю, я не могу понять, запутался немного. И этот телепорт. Кто-то тэпните с телепорта и скажите, где вы по координатам. Сейчас тэп. Правильно я здесь располагался, что-то найти не могу. Тут телепорт вообще внизу. А, ты уже тэпнул? Возле каких-то деревьев, да. Координату, блин, как он погружается. В общем, в левом нижнем углу карты. Слышь? Вот, зеленую луч видишь? Да-да-да. Вот, ближе к нему. Я сейчас к нему подлечу. Вот, я тебя вижу, стой. Угу. Туда. Сейчас.
А, вон куда я ж спрятал. Вон туда. Понял, ну я правильно бегал, но вроде не заметил. Я пытался так спрятать, чтобы вообще незаметно было. Угу. Где база? На соседнем острове. Сейчас я туда полечу, там можешь попробовать в тек-поле спрятаться. Каком именно? Право, слева. А, сейчас покажу, погоди, телепорт заберу. Вот он. Вот так вот, если взлетать, прямо. Да? Да, вот вторые скалы, видишь? А, он тек-щит поставил уже свой. Так, где, что ли? Он тек-щит поставил. А, у него не запитан второй еще. Только на трассе. Два тек-щита. А, пофигу. А, это наш? Да. Второй наш, я же по горю поставил. Он уже покоцает. Он по нему стреляет. Он коцает, коцает, да-да-да. Насколько покоцан? Сейчас. Я убил одного. Убил его? Убил второго. Всех убил. Сейчас виверн убью. Давай, убивай. Я пока тут турельки ставлю. Телепорт. Я уже зашел. Может, вообще зайдем туши. Ну как сказать, телепорт стоит. Аккуратнее, он на горе, можете упасть. Я вижу, понял. Вот, слежу за птером. Да. Соты на чат, соты на чат. Это мы-то fucking Russian. Ну да, конечно. Не надо было на нас нападать. Дураки. Тут так, так щит, еще один. Пила, ну тут такое всякое. Смотрите, что он написал. Да мы видим. Так он новичков-то, помнишь, этого же зарейдил? Ну, вот. Пусть теперь страдает. А там можно просто сейчас вырубиться тут. А, тут даже этот репликатор в ней этом. Вне поля. Вот так. Сейчас я их не вижу. Да ё-моё. А где ихняя база? А ты телепортируешься сразу и увидишь. А уже тпхаться можно? Ну тебе можно. Тера брать. Стамина хорошая. Бесполезно. Я попробую сейчас немножечко окружить. Под тонкими турелями. Да верно убить. Кто на Виве? Ты видишь? Я. Да, просто кусаю. Да. Конечно, сан урон, ну да ладно. Да. Она по всаднику бьет, и не забывай. Я тут. Давай, тпшься и смотрите, что там как. Блин, я патроны забыл тпшить, но хотя бы. Ладно. Хватит орать. Не убис. Такс. Так. Надо разбивать тут щиты там. У тебя есть так пушка? У меня есть. Сейчас я вам помогу. У меня разлагает только. Так, там гранатометом надо ворота поломать. Я сейчас ему вокруг ворот сделаю ловушку. Сейчас я так МПК-то сломаю. Диадон, ворота наши видят. Момент, тут это давай. Его база, я тут думал, что мы... Так, тише ты, я думал, то он. Тихо вы, ребят. Да. Все, ломаем так щит.
Так, я, короче, ему ловушку пока делаю. Есть у кого-нибудь гранатомет? Нет, ворот. Есть, у меня есть гранатомет. Я начинаю ломать тех щит. Ломайте тех щит, положите куда-то гранатомет. Я в Азове верну. Это ломай, ломай. С гранатомета только. Перегревается. Я перегрел. 200 тысяч. А, ладно. У тебя много элементали? Ну хватит. То есть? Хватит. Ну, у меня есть 70. Да, я ему сейчас я брал заранее. Я ему сейчас под текщитур или поставлю. Вот это злобно. Тебе скинуть? А, погодь. Так, буду ставить пока на Only Survival. Блин, а тут нельзя поставить, только тэп-турли ставятся. Странно как-то. Ты сам хп. Я вообще попадаю? Ты диадом. Попадаешь, профессивы такие должны быть. Сейчас я вам помогу. Да, я мимо этого места просто пролетел. А я вижу чувака вон. Сливать? Да. Они, походу, вышли. Ну и пусть идут к чертям, ну зачем новичков-то каменных постройках рыть? Да. Ну ладно, на нас напали. Хотя бы извинились. Еще 70 тысяч. О, тут нефтекачка у них, я смотрю. Там что-то это наше. Надо вам М1 потом связаться, попросить, чтобы они хотя бы под купол-то турли спрятали. Я смотрел, там база такая красивая, но, блин. 10 тысяч. Все. О. Не стреляйте, у вас урон не идет по троллю. А они отключены? Они не идут урон по турелям с этих... С, они с отключены турели. Понял, что они отключены. Там одна турелька не отключена. Она не работает. А, так они назад не поворачиваются, турельки. Да, конечно, урон-то кружьями. О, погоди, я генератора вижу. Генератор там сзади вообще-то был, ну давай. Ладно, птера трогать не будет. Нифига у них серый сочный. Ну, серу-то набрать-то это не проблема. Дайте. Такая морса, блядь. Мягкий кактус брать, этот, мягость кактуса. А, они готовились фотонки делать, это было бы плохо. Если бы они их сделали. Два седла прижарили недавно. Да ладно. Ого, у них тут фотоны и ружья. О, как раз хотел сделать. Отойдите, пожалуйста. Народ отходит. Отойдите. Там что, сейф, что ли? Нет. Они не заперты. Да, ну что это восстановить? Не знаю. А их вообще запереть нельзя, начнем с этого. Давайте генератор. Пойдите. Да, все, все. Сколько там элементов? 327. Ну, нормально.
Проверьте. Так, идите сюда, скажу, в лазуке. Сейчас. Так, волокно, может, слушай. Хотя ладно, у нас серп есть хороший. Кинь там меня ящик. О, мякоть кактуса. Ха. Можно было и не собирать. Тера надо. Тера убивать надо? Может. Эй, кто взял вторую базуку? Третью, что ли? Не знаю. Возьми там базуку. Может, не надо убивать этого птера? А убьем. Что, они же на всю жутку прибили тогда. Вот это место. А, ну да, кстати. Ничего там нет. Мне ж тогда не было, когда они все перебили. Так, да, вообще не понял. А, то есть пришли, вообще все пустое было? Да, вообще все пустое было. Жесть. Козлы. А мистер Лака. Да пошли они нафиг. Пускай тут гуляют все равно. Там турели были отключены. Зачем всю жибку перебивать? Хоть что-то бы оставили. Минус одна турелька, мне ничего. А тут вообще они все пустые. Просто здесь все по одной снести, да и все. А что в птере, кстати? Ты не смотрел? Ничего. Мясо. Решил стрелять. По фундаменту стрелять. Так как по уровню здесь дадут, кстати говоря. Лицо, привет. Нам дадунчик. Народ, топовый дадунчик. Ого. Кстати, там нас не было. Не, у меня винтовки нет с собой. Так, потом... ну у меня фотонки есть, три штуки ихние. Там зарядов. А, так я сейчас заряд сделаю. А у меня все заряды. А, мне жемчуг нужен, кристалл. У тебя заряд для фотонки, да? Да-да. Ну, давай, короче... Спасибо. Ну, короче, доносите здесь, короче. Давайте спускаемся потом. Я дам вам фотонное ружье, надо дадунчика-то усыпить. Тут на меня сагрился так красиво. Все, потом сносим. А у меня базука. Да, вот я спускаюсь. Видишь меня? Да, вот. Ага. Так, круто. Давай тогда. А, ну хотя я один его сплю, там пока все разбирайте. Вот я тоже... Тогда ты? М? Ты трепнулся? Да. Говори тогда. Все, выходишь? Ну? Выходишь, да? Быстрый да. Рейд. Куда ты скинул? Ну, когда будет рейд, я тебе напишу. Вот сейчас хочу скинуть. Так, все, хватит. Так, мне теперь вот с этим вот большим лемуром что тут сделать? Я сейчас возьму. Да вот этот вот, который с когтями здоровый. Эготель. А, отведи его, ага, спасибо. Погоди, а куда у меня делись снаряды для фотонки? Ты для фотонных ружей, что ли, брал снаряды? Смотри, в этот клан. Там несколько было. Я же брал тут снаряды эти. У тебя еще снаряды для фотонки остались? Да, есть. Ну, потом подойдешь, скинешь, а то что-то как-то их найти не могу. Да, я убил, у меня хотя бы. Эй, кабанчик, ты где? А, вон, сзади, вон там. Сзади меня или тебя? О, где я? Вот, слева тут. А. Вон он. Так, аккуратнее, мы там кабанчика хотим. Вот он. Вот мясо есть? Да. Так, давай-ка там на месте, где встречались, встретимся. Вот, я его сюда веду. Угу, давай на то же место, где были. Ага. Скинь-ка еще раз. Что-то то ли не подобралось, то ли забаговалось что-то. Черт.
Я не понял, как это. Вроде взял. Пойдем. Так, ну, стой. Ну, правильно. А чё ж ты это первый раз-то за... Ну, а потом... Деодон? Оболонки я тебе скинул. Деодон, Деодон. Деодон здесь. Был только где? Когда он опять убежал, я что бил? Вот он. Я попозже зайду. А, вот он. Давайте я буду танчить. Бейте, бейте, бейте. Добью, сейчас. Перезарядочка, извините. Все. Угу. Все. Четко. О, погоди, Мегатерия кто-нибудь там. Я его убил. Так ты мясо забрал? У меня есть парень. Долго прят. Фига он сразу начинает... А, он же хилиться пытался, точно. Я у него скорость приручения зверя. Близзуб. Близзуб. Да, близзуб. Угу. Нифига он ему втрескивает. Что, он уже потомился? Да, момент, я же что и говорю. Ого, у него еда по 7000 растет. Ох, мы такую хрень будем прокармливать долго. Так, ладно, поставь его тут, к этим воротам, пусть вот здесь стоит около. Брыльки, я сейчас... А, так он за мной. Молодец. Ворота будем сносить. Он покоцал мою турельку? Да ладно. Он стоял, турель пинал. Он реально ее покоцал, прикинь? Лазим. Не фотонку. Ну ладно, как говорится, постараюсь это еще в одну запись потом все объединить. Жесть.